Всем привет, ребят, с вами Механик, и сегодня у нас GTA 5, и я нашел здесь, просто прогуливался и нашел довольно странное место, посмотрите. Во-первых, стоят военные, вот здесь они стоят, там стоят куча военных, люди какие-то, и вот здесь посмотрите, что. Черт, 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 неужели меня кто-то засек? Почему они начали кричать? Пытаюсь показать вам, смотрите. Здесь две женщины. Они пытаются как-то общаться друг с другом. А здесь мужики лежат, которые ругаются почему-то. А вот здесь вообще странно, здесь посмотрите. Кажется, это снежный человек или что-то типа того, я вообще не понимаю. И негр какой-то. И самый прикол, что вот там видна какая-то дорожка. Я не знаю, как туда попасть. Если честно, я думаю, что, наверное, нужно произвести зачистку. Наверное, сейчас я так и сделаю. Пока у меня более-менее выгодная позиция, я думаю, что надо снять вот этих двух вояк. Тем более, они вроде как... Вот этот без оружия, а вот этот вроде с оружием, поэтому... Воу. Черт, по нему... Не могу стрелять по нему, прикиньте. Просто не могу выстрелить. Не получается выстрелить по нему. Так, значит, нам нужна какая-то... Да, нам нужны серьезные средства. Я думаю, что... Вот так вот мы должны просто-напросто сделать. К сожалению, погибнут невинные, но... Черт возьми. Я должен спасти хоть кого-нибудь. Чё? Подождите, подождите, что там такое? Слушайте, а они стоят вообще, не реагируют, это довольно странно, смотрите. Военные, это все походу военные. Воу, 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 воу! Посмотрите, они вообще никак на меня не реагируют. Походу я зря это все провернул. Блин, они, а что с ними случилось? Эй, дружище, что с тобой? Понятно. Понятно. Здесь что-то странное творится. Так, и ты тоже. Тебя тоже нельзя ударить, понятно. Ничего страшного. Ребят, что это такое? Блин, что это вообще такое? Так, закрыто для публики. Ну, типа, для публичного доступа, я так понимаю. То есть... Так. Выглядит не очень надежно. Может быть, дробовик? Ох, точно, смотрите. Ну уже. Я понял. Хорошо. Сейчас просто разнесу эту штуку к хренам. Ох, ни хрена себе, вот это разнес. Смотрите, покатилась, покатилась, покатилась. Держи ее. Блин, она меня скатывает. Ну ладно. Фиг с ним. Там, судя по звуку, куча каких-то мух или типа того чего-то. Так. Здесь достаточно темно. И мне бы потребовался какой-нибудь... Какое-нибудь оружие с фонариком. Как его активировать-то? Как, блин, активировать фонарик? Потому что тут нифига вообще не видно. Да, ребята. О! Офигеть, туман. Черт возьми, тут страшно. Блин, тут реально страшно. Ребята, вы были когда-нибудь здесь? Если да, то напишите. Мне кажется, я нашел какую-то секретную штуку. Скрипят доски.
По звуку, как будто летучие мыши где-то здесь. Интересно, куда эта штука мне приведет вообще? Блин. Вот эта штука, посмотрите, она похожа издали на какого-то человека. Здесь что такое, развилка? Так. Там непонятно. Здесь какой-то свет впереди. Давайте пойдем сюда. Я очень надеюсь, что эта штука куда-то выходит. Ну, не зря же такой туннель здесь еще и под защитой. Конечно, не хватает мне освещения. О, еще дорога. Так, это уже вторая развилка получается. Так, точно никакого фонарика нету. Так, может быть, в ручном чем-то есть фонарик? Фонарик, фонарик, но... О! Вот это другое дело. Так, смотрите, здесь тупик. Здесь реально тупик. Попробуем сейчас чем-нибудь высадить ее. Но нет, нет, к сожалению, нет. Не работает. Так, что-то скрипит здесь, трещит. Погнали тогда назад. И сейчас я поверну вот сюда, в это ответвление. Если там были рельсы, то здесь, как видите, их нету. Воу. Довольно стрёмно здесь, если честно. Это... Так, здесь тоже тупик. Но остается надеяться, что там у нас не тупик остался. Да, ребят, вот такая вот секретная получается. Что это? Секретная шахта какая-то? Бункер какой-то секретный. Неоднозначно все. Так, а где он? Где-то недалеко же был. Развилка это была. А вот она. Все, вижу. Развилка видна. Посмотрим, что здесь нас ждет. Воу-воу-воу-воу-воу. Я тут ветер такой сильный. Смотрите, здесь шпал практически нет. Одни рельсы только остались. Так. Что же нас ждет здесь? Почему военные охраняли эту штуку? А что, опять развилка? Так. Что, попытаемся, давайте разбомбить вот эту штуку. Прям слышно, как ветер фигачит. Нет, 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 не получается у нас разбомбить. В таком случае мы идем сюда по единственному оставшемуся пути. Воу. Напишите, как вы считаете, что это такое вообще. Опа! Еще развилка. Давайте сюда тогда пойдем. Скрипят, скрипят, досочки скрипят. Так, здесь что у нас? Тупик. Никаких развилок больше. Точно тупик? Походу, нифига не тупик, блин, там что-то есть, ребят. Так, давайте, знаете, что сделаю? Я сейчас зажгу молотов здесь. Если... Так, а где молотов-то? Вот молотов. Если зажгу молотов где-то вот здесь прямо. Что-то света от него не больно много. Ладно. Погнали, давайте туда. Посмотрим, что там. Эй, я понял. Если так ты не хочешь, давайте возьмем установку. Да ладно, как так-то? Я прям вижу, что там сзади ничего нет. Смотрите. Посмотрите, там... Фак, что за хрень там, ребят? Вы видите это? Как будто какая-то веревка там висит. Так, ладно, валим отсюда.
Получается, сейчас поворачиваем еще раз направо и идем прямо до конца. Блин, это страшная штука. Опа, Enter какой-то. Чё за Enter? Куда он нас ведет, этот Enter? Оу! Твою медь. Что за хрень? Куда я вообще упал? Понятно, куда я упал. Сюда я упал. Прямо прямиком к военным. Видимо, эти парни все тоже оттуда. Но почему они стоят вот так вот? Смотри мне в глаза, чувак. Да, довольно интересно все здесь. Знаете, мне кажется, что надо для верности продезинфицировать тут все. Потому что кто его знает, что там такое. Блин, они так смеются. Ну, в смысле, кричат смешно. Так. Сейчас мы дезинфицируем там тех, которые остались вверху, если они еще здесь есть. Вот это вот со снежным человеком. Вот этих вот отдыхающих. Тех, мадам. Все, в принципе. Здесь получается, мы все зачистили. Внутри, я так понимаю, что ничего нет. Посмотрите, двери опять заколочены. Просто опять заколочены двери. Вот как это понимать? Вот так вот мы все просто подожжем. И чтобы никто сюда просто не подходил. Ну его нафиг. Здесь что-то нечистое, ребят. По фасту спустился вниз. Ну смотрите, здесь вроде ничего такого нет. А кто кричит-то? Вот этот чувак кричит просто как резаный. А что случилось? Почему он кричит? Дружище, в целях дезинфекции. Ну и все, надо отсюда, мне кажется, сваливать. Ну его нафиг. Какое-то стрёмное местечко. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Рекомендуйте это видео своим друзьям, пускай они тоже подписываются. И на этом все, с вами был Механик, всем пока.